Мы сегодня общаемся с самыми разными гостями, у нас есть возможность задавать друг другу вопросы. И самое приятное, когда мы говорим о подарках, подарки, которые получают наши гости сегодня. Александр, здравствуйте, как ваше настроение? Очень-очень-очень хорошо. Слушайте, я вижу, что вы сегодня пришли не с пустыми руками. И я думаю, что вам есть что рассказать об этой победе, потому что вы получили титул «Лучший партнер 2020 года». Yes, we are excited, we are humbled, we are proud and obliged by getting the award for the best partner in growing revenues with the X5. I said that we are obliged because I believe that best is yet to come. We are going to boost and to grow our partnership and to bring it on another level, and I'm sure that much more recognition and much more proof points for our excellent partnership will come in the future. So I would like to thank to X5, and as I said, we are obliged to continue our partnership in a way that we mapped our way for the future. Да, мы восхищены, мы чувствуем себя очень гордыми и также обязанными продолжать в том же духе. Мы выиграли в номинации «Лучший партнер 2020» по совместной работе по увеличению доходности. И почему я сказала, что мы чувствуем, что мы обязаны держать нашу работу на том же уровне? Дело в том, что мы уверены, что в будущем мы сможем еще дополнительно усилить нашу работу в этом направлении и дать еще больше доказательств того, что партнерство между X5 Retail и Coca-Cola взаимовыгодное и приносящее пользу всем сторонам. Поэтому я хочу поблагодарить наших партнеров X5 Retail и уверен в том, что в будущем нас ожидают новые победы, новые подтверждения нашему успешному партнерству. Задам вам еще один вопрос. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать лучшим партнером? I believe that first one is understanding the strategy and needs of our partners, because this is something which is in the heart of partnership. There is an extremely high level of trust between us, and something which was confirmed in these difficult times, that with our service, with availability of our products, with us being there to support our customers in most difficult time, we proved that we are partners for now, for the bad times, but also for the future, when all of us foresee a brighter and greater business opportunities. So this is, in short, for formula of success of partnership with the X5 Retail Group. Ну, в первую очередь, это понимание стратегии и потребностей наших партнеров и наших клиентов. И также очень высокий уровень доверия. Я надеюсь, что мы смогли подтвердить в эти сложные времена, что мы можем оказать поддержку нашим партнерам и доступностью наших товаров, и уровнем нашего сервиса, и той поддержкой по возникающим вопросам, которые мы оказывали. И таким образом я могу сказать, что зарекомендовав себя как надежный, хороший партнер в эти сложные времена, мы можем с уверенностью смотреть в будущее и надеяться, рассчитывать на то, что это будущее будет еще более ясным, светлым и многообещающим. Таким образом, это можно считать нашей формулой успешного сотрудничества. Тогда от себя в завершении нашего интервью я хочу пожелать, чтобы диалог был максимально продуктивным и чтобы в следующем году мы, конечно же, получили статуэтку и награду «Лучший партнер 2021 года». We'll do absolutely our best to support and to be always great partner to our great partner, which is X5 Retail Group. So Coke is always there for our customers, for our partners, and we are going to do our best in everything which we do. Мы со своей стороны сделаем все, что в наших силах, чтобы оказать абсолютно выдающуюся поддержку нашим партнерам, нашим клиентам, для того, чтобы наша совместная работа развивалась в таком же прекрасном ключе. Спасибо большое. Спасибо. Thank you so much.